Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Paradise Alanya, недвижимость в Турции. Я нашел очень хороший вариант в Махмутларе. 2+1, трехкомнатная квартира на 7-м этаже проекта с инфраструктурой по хорошей цене. Быстренько отсниму инфраструктуру и поднимусь на 7-й этаж. Значит, здесь у нас открытый бассейн вот такой, просторный. Есть зонтики, шезлонги. Присутствует генератор, беседка. Это улица Ататюрка. Расстояние до моря отсюда максимум 620 метров. Рядом магазины и тому подобное. В этой стороне у нас теннисный корт и баскетбольная площадка. Вот такая у нас открытая парковка здесь. Состоит проект из двух блоков. Вот такой проект. Вот наш генератор. Вот открытая парковка. И наш баскетбольная площадка вот такая. Айда тут 100 лир. Так. Квартира находится в блоке Б. Проекту 10 лет. Присутствует один лифт. Вот такой интересный лифт. Квартира находится на 7-м этаже. Пардон, дорогие зрители, квартира находится, оказывается, на 8-м этаже. 9-этажного проекта. Это как бы у нас 9-й этаж по российским меркам. Спустимся на 7-м этаже. Я хочу показать лестничную площадку. Вот такая лестничная площадка. Поднимемся пешком. Тут у нас пожарная лестница. Вот на этаже 4 квартиры. 2 там и 2 с этой стороны. Так, откроем дверцы. Пойдемте в квартиру. Здесь 120 квадратных метров. Вот такая просторная тут прихожая. Почти как одна комната. Закроем дверь. Начнем с этой стороны. Здесь у нас в квартире только один санузел. Вот такой санузел. Здесь у нас спальня просторная. Балкон. Это первый балкон этого проекта. Здесь вид на горы, на соседнее здание. Отсюда немножко видно море, вот, вот такой балкон. Шумоизоляция хорошая. Наша вторая спальня, дополнительная комната. Вот. И наша гостиная, совмещенная с кухней. Вот, дорогие зрители, квартира продается с бытовой техникой. Фирма Арчелик. Духовка Bosch, плита Bosch и вытяжка Bosch. Вот такая у нас гостиная, совмещенная с кухней.
просторно. Отсюда вид на горы и соседние здания. Также присутствует кондиционер. Здесь у нас такой просторный балкон. Поворачивается в правую сторону. Также есть зона барбекю. Можно жарить шашлыки, не выходя во двор. Так. Такой вид. Хочу подвести итог этой квартире. Дорогие зрители, если вы желаете купить квартиру в Алании, обращайтесь, поможем по всем вашим критериям. Насчет этой квартиры, это находится она на 8 этаже, я думаю, 7. Проект 9-этажный, 120 квадратных метров. Сторона здесь восточная, та сторона, где спальня, южная, юго-восточная сторона. 120 квадратных метров. Инфраструктуру вы уже увидели. Расстояние до моря максимум 620 метров. Цена этой квартиры 65 тысяч евро. Кого заинтересовала эта квартира, пишите, звоните по номеру, который указан в описании этого ролика. Также есть у нас телеграм-канал. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который называется «Ход Алания». Не забывайте комментировать. Все, с вами был Агаси из солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.